Так, создаю шпаргалочку, как узнать дату создания какого-либо канала на YouTube. Пользуйтесь кому надо. Значит, традиционный способ. Жмем на вкладочку о канале. Информация. Дата регистрации 27 марта 2011 год. Все замечательно. Но. Ну, кстати, можно узнать более подробную информацию, если мы вот эту ахинею, которая является идентификатором канала, скопируем и перейдем на сайт socialblade.com, вставим этот идентификатор, нажмем Enter или поиск. Поиск, поиск, вот он. Уже не знаю, что сработало, Enter или поиск. В общем, разберетесь, если понадобится. Вот у нас данные. User created, то есть пользователь создан. Канал создан, март 27-11 год. Почему рекомендую еще этот канал, потому, ну, сервис, потому что здесь масса информации аналитической по поводу канала. Не только по ютубовским, но и по другим. Проблема тут только в том, что он работает с теми каналами ютубовскими, на которых более 5 подписчиков. А это, ну, далеко не всегда люди имеют подписчиков, хотя бы одного. Посему, это, в смысле, поэтому, а не почему, с плохой дикцией. Значит, как мы узнаем, опять же, традиционно. Ну вот, допустим, канал, где? Студия Квартал 95. Подписан я на него. Жмем на него. Куда попадаем? Студия Квартал. Вот эта вкладочка о канале. Все, прочитали. 24 июля создание. Все ясно и понятно. Но бывают такие моменты, когда да что ж такое? Когда невозможно увидеть вкладку, то есть не демонстрирует человек вкладку о канале. Вот, допустим, Марию Жви, которую я выбрал не из-за прекрасной аватарки, а из-за фамилии Жви, потому как я живу рядом с улицей Жви, славное первое столицы городе Харькове. Подписки ноль, то есть Social Blade у нас уже не працюет, не работает. Нет никаких вкладок о канале. Что мы в этом случае делаем, чтобы узнать дату создания этого канала? Чем отличается адресная строка здесь, на 95-м квартале, где есть вкладка? Вот Мария Уживи, канала Мария Уживи, где в адресной строке. То есть где нет вкладки о канале. Тут после идентификатора канала, вот здесь, пустота. У студии Квартал 95 тут слэш и about. Косая черта и слово о по-английски, да? То есть о канале в данном случае. Если мы просто тупо возьмем и скопируем, методом тыка совершенно обнаружил, и вставим этот about сюда, about, и нажмем enter, мы получим что? Получим Марию Живи, дата регистрации канала 27-28 мая 2014 год. То есть все, что мы хотели от Марии Живи, мы получили. Хорошо, что хотели так мало, да? То есть, чтобы узнать любой канал, дату регистрации, дату создания, добавляем на канале слэш и about. Его можно набрать даже вручную. Я пробовал, все работает. В общем, пользуйтесь.